Послесловие к чрезвычайному происшествию конца прошлого года. Напомним, что декабрьским днем в одном из чебоксарских домов остановился лифт. Находившаяся в нем 75-летняя горожанка запаниковала и попыталась выбраться наружу. В результате пожилая женщина упала в шахту с двухметровой высоты. Горожанка попала в реанимацию, получив перелом бедренной кости. Уголовное дело завели на электромеханика коммерческой организации по обслуживанию лифтов. По версии следствия, обвиняемый, несмотря на неоднократные жалобы со стороны жильцов этого дома на сбои в его работе, своевременно не предпринял необходимых мер. Причастность обвиняемого к совершенному преступлению подтвердили результаты технического расследования, проведенного органами Ростехнадзора, судебно-медицинской экспертизы, а также показания потерпевшей и 16 свидетелей. В настоящее время в целях безопасности граждан лифт выведен из эксплуатации. По результатам расследования уголовного дела по обслуживающую лифт организацию внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствующих совершению преступления. В настоящее время следователям собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Московский районный суд города Чебоксары для рассмотрения по существу.